В январе впервые в истории в Архангельске прошел фестиваль «Сияние Арктики». Всероссийский хореографический конкурс объединил детские, подростковые и молодежные творческие коллективы. Участники состязались в 7 номинациях, среди которых народный танец, детский, современный и эстрадный. В Ломоносовском ДК Архангельска прошел традиционный фестиваль патриотической песни «Россия, мы твои сыны». Он существует уже 17 лет. Из 200 исполнителей 6 стали лауреатами конкурса с 40 дипломантами. Победители представили область на фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов героев «Помним, гордимся, верим». В марте в Архангельске завершилась всероссийская художественная выставка «Лики России». Масштабный проект объединил более 1500 лучших мастеров России. Наш город 3 месяца был большой выставочной площадкой для живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства со всей страны. В Архангельске с аншлагом прошел большой пасхальный фестиваль. В кирхе звучали церковные песнопения, духовные стихи и казачьи песни со свистом. Во время фестиваля северяне услышали православные песнопения на русском, грузинском, белорусском и сербском языках. В культурном центре «Соломбала Арт» в третий раз прошел городской фестиваль «Архангельск поет о победе». Выступали участники в номинациях «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы». В гала-концерте принимали участие звездные дуэты. На сцену вышло свыше 200 человек. Песни победы исполняли кассиры, водители, врачи, воспитатели, учителя. Более 1500 жителей Архангельска посетили всероссийскую акцию «Библия-ночь». В этом году в областном центре работало 4 площадки. Горожане смогли познакомиться с новым прочтением произведений северных писателей, увидели пластический театр, а также участвовали в викторинах и сами подходили к микрофону, чтобы прочесть любимые стихотворения. «Машина времени», военно-историческая реконструкция, редчайшие экспонаты, северный чай в деревне и кофе на набережной, а также живая музыка – все это и многое другое ожидало жителей и гостей Архангельской области в «Ночь музеев». Архангельский регион участвовал в международной акции уже 7-й год подряд, а в России «Ночь музеев» прошла в 11-й раз.